В своем послании глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил об изменении числа областей в Казахстане. Президент предложил создать Абайскую область с областным центром в городе Семей. На территории бывшей Жезказганской области было предложено создать Улытаускую область с областным центром в городе Жезказган. Также он сообщил, что Алматинская область будет разделена на две – Жетысуская и Алматинская. В этой связи в поддержку послания президента выразил мнение коллектив Южно-Казахстанского университета имени Мухтара Эвезова. Сегодня страна переживает уникальный период своей истории. Период масштабных созидательных перемен политической и экономической жизни страны. Новое послание несет в себе целый ряд изменений во всех сферах. Реформы президента коснулись и географическую сферу в региональном разрезе. Теперь в Казахстане появятся новые области со своими областными центрами. Теперь все должно измениться. Каждая область, каждый регион полноценен. И я считаю, что это самое главное. Президент дал вторую жизнь этим городам. Это большое дело. Огромное спасибо главе государства. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, перемены каждый должен начинать с себя. По словам президента, в названиях новых областей Абай, Алатау и Жетысу есть особое значение. Мы будем продолжать освежать в память подрастающего поколения исконные названия нашей необъятной земли и имена великих людей, сказал глава государства. Новое послание президента народ ждал с особым трепетом. Мы поддерживаем решение нашего президента о создании новых областей. Я считаю, создание трех новых областей позволит поднять на новый уровень их развитие. Январские события всколыхнули общество. Наш народ столкнулся с беспрецедентным вызовом, когда под угрозой оказались целостность страны. В эти дни мы глубоко осознали непроходящую ценность независимости. Поняли, насколько важны мир, стабильность и согласие. Мы не должны больше позволить нарушить мир и спокойствие в нашей стране. Поставить под угрозу ее безопасность, отметил Касым-Жомарт Токаев. Ажан Арапова, Лола Розметова, Новости.